Здравствуйте, с вами FlutterShot13, а мы опять начинаем проходить дальше игры. Модификацию для ХП первую. Дом ученых, издевательство, да. Опять же, издеваться над учеными. Остановились мы вот на этой комнате. Где опять же ученые, дали до хранилища боеприпас, уже, кстати, у нас есть. Толкать. Двигать. Шевелить задницей. Так, эти кнопки, которые убивают. Первая. Вправо, вниз, непонятно, вверх и налево. Покидать начнем справа. А, некая волна, которая так убивает. Это получается вниз, да? А, наверх. А, поднимает вверх и давит. Жестокое оружие, да. Вправо. Это получается вниз, да, как понимаю? Ну... А, потолок типа убивает. Ну все логично, да. И кнопка, которая просто всех убивает сразу же. Ну понятно, как ничего особенного. Но раз вы так любите умирать, дайте вам супер штуку. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Бабах. Блин. Чё за баг? Как это взрывать? Какой-то эррор мне пишет. Странно. Чё-то у меня до хрена ошибок. А-а-а! Это же эта хрень, которая сверху стреляет. Чтобы она работала, нужно, чтобы... Чтоб было под это небо. Так, конечно, не проверить. Она удаляется. Все, понял, блин. Ну как все рассчитано. Да заткнись ты уже, реально. Ты уже достал. Можешь заткнуться. Патронов нету, ну. На. Успокойтесь уже. Успокойтесь, говорю. Ой, меня убивает даже. У-у-у. А до этого меня не убивал этот. Черная дыра это. Ладно, хватит. Хватит, отстань. И как ее вырубить? Она сама должна вырубиться, да? Да у нее патронов вообще толком нету. Все. Да успокойся, черная дыра. Все, успокоилась? Спасибо. Что за кнопка? Понятно, турель, который стоит как хаос пушкой, это улучшили. Скучнота. Что там дальше? Так. Дейсинслес, не знаю, что написано. Окей, патроны дай. Ну хоть что-то получше. Патрончики. Только на гаусс пушку, блин. Это центрифуга, да? Ну да. Просто мясо. Ну понятно, ничего особенного. Окей, здесь что тут у нас ловушка, что тут? Водичка. Мне кажется, это какой-то раздавливающий. Вот по звукам и как они стоят. Окей. Ага. Это закрывает эту штуку, а это... А это запускает раздавливающий. Который нельзя остановить, да? Прощайте, ученый. Не-не-не, я не хотел с вами. Что за неразбериха? Ну это, блин, фейл был. Реально, это был полный фейл. Как так вообще получилось? Вам норм? Мне кажется, и эта труба должна сюда выходить каким-то образом. Кусочек, чтобы они шли сюда. А ты раньше не знал. Нравится вам? Ага. Ну, давайте еще раз раздавливайте. И гранатка. Бам. Молодца. Ну,
Бластер мод, Шоквейв, стандарт мод. Да хватит уже. Достали. Осколочная граната, Шоквейв, это. А, это который спускает вот так. Шоковая волна. Ладно, хватит уже кусочки пихать сюда. Все, успокойтесь, хватит. Успокойтесь. Вот вам жучка на подарок. Он вам поможет успокоиться. Эй-эй-эй. Ты должен быть глупый. Во. Блин, какой злой, блин. До меня добраться так пытается. Злой жук. Злой жук. Все, успокойся. Да это что такое? Не заметил. Контрол воды? А. Смерть не только от того, что это, а от того, что их еще и раздавит, а еще и под водой задохнуться. Эти боги постоянно появляются, кстати. Ладно, жестокая хрень. Столько кровища уже, пипец, блин, кровища. Да, ладно, пойдем дальше. Чё тут у нас? Патроны к этому оружию, это вот давно надо было. Это огнемет, да? Да, 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 это... Это вот обычно за херня так улучшенная. Так, 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 а патроны к пистолету, да? О, спасибо. Давно надо было. В чем прикол? В том, что тут раздавливаете. Хазардаус, материал спейда. Окей. Это активирует, чтобы ученый из портала появляется. И откуда? Из воздуха. Эй! Ты должен быть правильным. Правильным ты должен быть. Может, ты должен быть правильным? Ты тоже должен быть правильным. Вы поймите, что вы должны быть правильным. Правильным ты должен быть. Ты должен быть правильным. Ты понимаешь, что ты должен быть правильным, а? Молодец, правильным должен быть. Давай. Правильным быть и правильным не быть. Во-во-во. Неплохо. Правильным будьте, и будет все хорошо. Да что вы так делаете, а? Читаки. Ах, читаки. Читаки. Должны быть правильными читаками, понимаете? Правильный читак — это хорошо. А неправильный читак — это плохо. Вот так. Все, ладно. Больше ничего нету. Как понимаю, все тут. Ну ладно. Идем дальше. Так. Камеры. Тюремный блок. Один. Ха-ха-ха, охрененная жесть. Вы должны быть правильными. Друг друга можете убивать, это охрененно. Я не знал. Охренеть. Давай, правильно должен быть. Только должен быть правильным. Правильным должны быть, да, охрененное мясо. Ты должен быть правильным. И ты должен быть тоже правильным. И ты тоже должен быть правильным. Друг друга убивать — это самое лучшее, что может быть. Отлично, блин, друг друга. Еще. Ладно, хватит. Пора включать эту хрень. Ага. Понятно. Камера пыток. Ладно, отдыхайте. Так, это... Ага. Вот здесь есть еще камера. Туда добраться можно только с помощью вот этой штуки. Ты что, ненормальный? Прекрати, не стреляй, он свой, ты что? Голову прям. Голову прям. Так.
Ну и что это делает? Ага! Кольнуть, блин, и сдохнуть сразу. Жестоко, да? Музыка для моих ушей. КП случайным образом каждая тыкается. Да, жестоко. Прямо окрашивается в красный свет. Ладно, выключаем. Все, успокойтесь. Все, успокоились. Проверим такую теорию. Охренеть. Супер. Тут было Флатти. 2013-е. Лоу. Так, а тут что у нас? Еще одна камера. Понятно. Сверху такая херня просто убивает. Ну ладно. А тут что? А тут у нас... какую-то странную хрень попадаем в паранормальный мир. Там Хундай, а это что такое? Ага, помощь Хундая теперь убивать всех. Ну, ничего особенного. А вы меня убить еще хотите, да, твари? Так-то. Окей, что-то у нас тут. Тут у нас смена уровня, на. Попадаем вот в это место странное. Так, я помню. Помню. Поиграем. Ты просто анимация, как я понимаю? Ну, ладно. Так, это типа лифта. О, как колбасит меня эти цвета радуги. О, все, выбрался. А глаза боят даже. Окей, что тут? Воздух! Необычная хрень. Так, это убивает ток, да, его? А, не, водичка. Окей. Это... А, это мост. А это турель, да? Не? А. Типа закрывается. А я все равно этим могу пользоваться и сквозь это. Как ни странно. А давайте поиспорим это оружие, поэкспериментируем. Сейчас оно должно работать. Ну чё ты удаил? Да, работает. Вообще бомбы. Как я не поймаю, они сами начинают взрываться. А-а-а, мясо полнейшее. Смотри, как колбасит просто. Пипец. Пипец. Жестоко, да? Ладно. А вода для этого будет считаться? Как ядерная бомба. Активация. Да. Активировано. Пошло, поехало. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 14 бомб. О, смотрите, кто-то у нас. Так, а сможем взять с помощью этой штуки? Да блин, где она?
Черту. Я уверен, Еще раз. Что кто-то спасет нас. Где это? Да, можно двигать. Попробую продвинуть туда, куда побуду. Хватит! Успокойся! Бомба сумасшедшая! Нет, я убил, все равно не буду. Пес. Просто я вот смогу успеть взять эту хрень, если получится, бросить и отправить на восвояси вот к этому. Надо назад вот туда. Во-во-во-во! Во! Поехала! По ученому попадет, нет? Не, ученому норм. А я так не скажу. Успокойся, ученый. Во! Хватит отдыхать там. Че вы там отдыхаете? Вам норм? Вам норм, да? На тебе башку, блин. А ты смотри на зрелище офигенное. Господи, что же это делается, а? Последняя твоя фраза. Вот и все. Да до сюда доходит, охренеть доходит. Большой ради взрыва. Жестко. Ладно, хватит уже. Хотя не. Вам надо еще вот этот эксперимент сделать. Давайте. Высота. В радиацию давай. По радиации давай прыгай. Хотя еще хочу вот знать, что сделать. Ну я же взял тебя. Эй! Ты куда улетел, блин? Придурок. О, придурки. Ой, тебя взял. Лети, моя птичка. А я знаю, что я буду сейчас делать. Иди сюда, тварюга. Тварюга, блин. Я сказал, иди сюда, а не сдохать. Иди сюда. Давай. Ученый, тебе подарок на Новый год. Еще один ученый. Блин. Не получится, я слишком... А хотя я вот что сделаю. Нет, пожалуйста, нет. Да мне похрен, что там говоришь. Друг друга вот я и хотел. Сам полетел куда надо. Давай. Да блин. До стен дотрагивался, он умирает. Ну что за херня? Нет, нет, пожалуйста, нет. Что же это делается? Давай. Чуть-чуть подарок на Новый год. Извините, я сейчас скажу. Ладно, хватит. Я ухожу отсюда. Пошли отсюда. Извините, я сейчас скажу. Никогда ты не уйдешь. Больше взять не могу. Доставим. Дебилы. Это безумие, я ух... Господи, что же это делает? Ты достал уже болтать всякую херню. Господи, что же это делает? Нет, нет, пожалуйста, нет. Ты достал болтать херню, говорю. Что, ненормально? Не стреляй, он твой. Ну все, ты меня достал. Херню болтать. Нет, пожалуйста, нет. На. Заткнись. Дебилоид. Ты дебилоид номер два? Приятно повидаться было. Баем. Дебилоид номер два. Дебилоид номер два. Ты еще сопротивляться решил? Не на того напал. Дебилоид, лети отсюда. Врежься в ученого. Все будете прыгать.
прыгалки, блин. Прыгалка. 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 И ты тоже прыгалка. Все прыгайте. Пока сам себя не врежете. Прыгалки. Охрен, охрен. Жестко. Чуть до хрена жизни у этого ученого на самом деле. Все? Вот так-то. Ты тоже будешь прыгалкой. Прыгалка. Прыгалка, говорю. Ты вообще охренел. Прыгалка, сказал. Вот так-то. Да, появляйся. Пока твои собратья умирают, ты будешь к ним полетишь сейчас. Блин, не это хотел. Я хотел вот эту хрень. Цвета, граната. Лети в портал, птичка. Не? А, я знаю, что вы хотите. Вот эти прыгал. Лети в портал. Лети в портал. Лети в портал. Лети в портал. Тут до 100 выпидриваться. Лети в портал, сказал. Читак. Вот читак, подождите. Дебилоид. Вот дебилоид. Вообще, блин, эпик. Так держать. Так, это мост, это... Нахрен всех вас. Дебилоиды. Дебилоиды. Во! Стреляй по этому ученому, который летит. Ты охренел от турей? Ты убила создателя? Ты убила создателя? Тот, кто тебя включил? Ну ты оборзела. Тупая турей. Ты сейчас больше не включишься никогда, блин. Понимаешь, турей? Ты обнаглела. Тварь. Это следующий уровень, да? Хотя не помню, это... Это опасная хрень. И нахрен мне этот ученый. Он волшебный, что ли? А, это лифт! А тут я что? А, блин. Лежать сюда пришел, точно. Нет, 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 пожалуйста, нет. Ты можешь заткнуться? За. Ты вообще многел нагибаться. Будто уворачивается, а? Тебе это не поможет. А я пошел вниз. Приехали. Угу. Следующий уровень. Радиация. Радиация. Да, теперь. А давайте подзарядимся. Да больше жизни у нас было в будущем. Неплохо. А вы когда появиться успеете, твари? Ого! Водичку. Ты выживешь? Вот таким образом. Тебе норм? Летающий ученый. Побольше патронов. О-о-о-о-о! Я этого не хотел. Понятно. Это что за баг? Я этого баг не заказывал. Ладно, обратно. Я же допрыгнул. Дебилоид.
Это ты. Не уйдешь, дебилой. Ты чё, ненормально, прекрати на милю. А это что, то же самое? Понятно. А тут что у нас? До хрена патронов. Проход бы это наверх, а тут что? Тут ничего. Какая-то хрень радиационная. Ладно, идем наверх. Чё тут? Чёрная зрачечная хрень. Размешивайте, да? Размешивайте дворян. Давайте, размешаем. Делаем соус из учёного. Соус. Ещё соуса побольше. Размешиваем. Размешиваем. Хватит соуса, всё. Хватит, говорю, соуса. Размешиваем. Ты че так? Тебя сейчас радиация убьет. Эй, че так? Смотри, какой охрененный че так. Тварь. Водичка даже меня не убивает. Только я смогу выбраться, ученые, вы такие тупые на самом деле, даже не можете выбраться. Сидите там и ждите своих смерти своих, ждете. А что тут вообще? Что, конец что ли? Я не верю. Куда идти? Кто-то где-то и не заметил. Так, куда идти вообще? Я только дверь вижу одну. Допустим. А, во, проход. Смена уровня. О, на улицу. Приехали. Что за генераторная херня? Машина, бензоповод. Ученый, тебе не повезло, ты в курсе? Но я тебя спасу. Гранаткой. Не выпендривайся. Тебя граната спасет только. Ты в курсе, ученый, что спасет только граната? О, видишь? Граната тебя может спасти, которая тебя отталкивает. Ну не выпендривайся, ученый. Ну, пошел ты нахуй. На тебе в голову, шпион. Норм. Я думаю, норм. Ладно. Ученая гарантия. Ученая гарантия, лети, лети. Готовься уши заткнуть. Как орёт. Армагеддон, блин. Стекло даже сломал где-то. Все закончилось. Эй, вы что тут делаете? О! Но я это уже не выключу, к сожалению, простите. Так. Давай. Бейте, как звездочка. Эй, что там? На этой машине можно поездить, кстати? На ней, по идее, можно поездить. Как орёт, пипец. Не слышу своих ушей. Да? Пипец. Дай пройти уже, ну. Тварь. Сила.
На машину же можно заесть, я не знаю. Да блин. Да проесть ты уже, чё ты такой толстый? Во, поехали. Давить ученых на машинке. Который как поезд. И все что ли? Правда, все. Окей. Хорошо, приятно, когда ваш давит машину. Я тебя спасу, ученый. Лети как. Блин, нет. Да я тебя спасу. Ученый. Лети как птичка. Я не тебя хотел. Давай ты полетишь. Лети как птичка. Да чё за херня, блин? Вот ты будешь лететь как птичка. Лети. Лети. Ладно. А то что у нас? Снарки можно пускать еще. И все что ли? Понятно. Ну ладно. Но это уже в следующий раз, давайте уже закончим на этом, уже много чего попробовали. С вами была Fluttershy 15, всем спасибо за просмотр, всем удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Конечно же, пока, ей!